Президентскую доплату за классное руководство получат учителя в Иркутской области. Выплаты будут производиться с 1 сентября этого года в рамках нового национального проекта «Молодежь России». Об этом объявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Советники по воспитанию в школах и колледжах будут получать ежемесячную прибавку в 5000 рублей, а также с 5 до 10 тысяч увеличат выплаты за классное руководство в школах. Всего в Иркутской области такие надбавки будут получать более 16 тысяч классных руководителей и 613 советников-директоров по воспитанию в школах, 88 советников в колледжах и техникумах. По мнению экспертов, новые меры поддержки расширят возможности образовательной системы при Ангаре и поддержат самих педагогов. А для студентов в вузах, учащихся колледжей и профтехучилищ, они откроют новые возможности для трудоустройства. Для чего это еще важно? Для того, чтобы педагоги активнее участвовали в социально значимых для общества проектах, формировали восприятие детей через волонтерскую деятельность, через сопричастие к управлению государством, через понимание своей значимости, своей роли в том месте, где ты живешь, и в том государстве, где ты себя проявляешь как личность.